Привет всем! Вы на канале вязания. И сегодня будем продолжать вязать кофточку на размер 46, европейский 40. Крючком вяжем 1,5. Так, вот такие два квадрата. Мы вот такие связали. Два квадрата. Теперь мы будем сейчас, я буду вязать горловину, то есть вырез горловины будем делать и скос плеча. Вот один квадрат. Так, вот это спинка, размер этого квадрата прямоугольника. Вот 47 сантиметров, а высоту по диагонали у меня получилось 52 сантиметра. Так, вот второй квадратик. Так, это вперед. Здесь у нас он идет по горизонтали 47 сантиметров, а по вертикали он короче идет, горловина будет вырез, как бы так. Здесь идет, я сняла 5 сантиметров, получилось 52 минус 5, 47 сантиметров по диагонали, то есть высота 47 сантиметров, а по горизонтали ширина тоже 47 сантиметров, как и спинка. Так, у нас вот ширина изделие получилось 47 сантиметров. Так, мы на горловину я оставляю 19 сантиметров, вот так. Плечо будет спущенное, на плечо у нас остается 14 сантиметров на одно и на второй 14 сантиметров. Итого плечи 28 плюс 19, получилось 47 сантиметров. Так, начинаем вязать. Так, напоминаю, это спинка, будем вязать сейчас правую сторону. Так, у меня начинаем вот отсюда, смотрите, вот два этих я вот измерила, тут получается от центра, вот по центру 19 сантиметров. Будем вязать столбик с накидом. Так, сначала я делаю узелок. Так, я вот сразу его сделала заранее. Так, узелок я сделала. Теперь мы вяжем соединительный столбик. Так, чтобы плавно проходило. Следующий вяжем одну воздушную петлю и вяжем столбик без накида, а третью вяжем полустолбик с накидом. Так, провязали, и теперь начинаем вязать. Так, одну воздушную петлю сделаем и теперь начинаем вязать столбик с накидом. Вот видите, оно получилось так красиво закругленно. А если бы мы резко пошли, было бы некрасиво. Вот каждую петельку.
Тут у меня получилось вот четвертый. Полный столбик с накидом. И теперь мы вот таким образом провязываем. Теперь мы будем добавлять серую нитку, такую светло-серую, чтобы не отличалась. Делаю узел. И протягиваем вот так. И продолжаем теперь вязать вот серой ниткой, светло-серый столбик с накидом. Вот вяжем до этих пор, потом перейдем на темно-серую. Светло-серых у нас получилось 16 столбиков с накидом. Теперь мы будем сейчас связать. Сейчас вам покажу соединение опять. Вот 16 столбик светлый мы провязываем. Так, провязали. Одну провязываем. И теперь переходим, вот темно-серая нитка такая. Делаем узелок. Так. И протягиваем. Так. Теперь вяжем вот темной ниточкой, темно-серой. Потом вот эти хвостики, которые я их ввязываю, потом пообрезать можно, их много не ввязывать. Так. Одна нитка. Также продолжаем вязать столбик с накидом. Так вяжем до конца ряда. Так, итого у меня получилось 36 петель.
темно-серого 13 столбиков с накидом, светло-серого 16, белых получилось у меня 7. Получилось петель 7, из них 4 столбика с накидом, затем 1 полустолбик с накидом, столбик без накида 1 и соединительный столбик. Итого вышло 36 петель. Так, мы провязали с вами первый ряд. Теперь переходим к вязанию второго ряда. Второй ряд мы делаем скос плеча. То есть, напоминаю, мы сразу вяжем плечо, скос плеча и вырез горловины. Так, мы вот в конце первого ряда вяжем одну петлю подъема. Теперь, так как у нас 36 петель, мы делим на 4, получается у нас по 9 петель. Теперь мы будем скос плеча, тот, что получился, я таким образом вяжу. Мы будем сейчас вот край плеча, будем вязать 9 соединительных петель. 9 соединительных петель, потом будем переходить вязать 9 столбиков без накида, потом 9 столбиков, полустолбиков с накидом и 9 столбиков с накидом. Так, вот мы провязали одну воздушную петлю, поворачиваем и вяжем теперь 9 соединительных столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Там, где переход цветов, тоже не забывать. Вот мы провязали 9. Теперь мы вяжем 9 столбиков без накида. Раз. Два. Так, вот третий у нас столбик. И другого цвета получается надо 6. Вот мы меняем нитку. Так. И мы провязали вот темно-серыми, да, 3 столбика без накида. И теперь тут вяжем еще 6 столбиков другой ниткой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот мы провязали 6 столбиков. И тут 3, 9. Получилось столбиков без накида. Теперь мы вяжем 9 столбиков, полустолбиков без, с накидом. 9 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, ну, вот 9 полустолбик с накидом. Так, вот мы провязали 9 полустолбик, и теперь будем вязать столбики с одним накидом. Этой серой ниткой мы вяжем 2 столбика. Раз, осталось тут вот и 2. Так, и переходим теперь на белую нитку. То есть второй столбик надо не до конца провязать. Вот так. Теперь мы берем белую ниточку. Вот белая ниточка, и мы ее провязываем. Вот мы перешли на нее и вяжем теперь столбик с накидом. Раз, два, три, пять. Так, вот мы провязали 5 столбиков с накидом. 5, и тут было 2, получилось 5 6 7, и вот 8 и 9. Вот у нас все 36 петель. Так, теперь в конце мы провязываем 1, 2, 3 воздушные петли, поворачиваем наше вязание. Повернули и вяжем все столбики с накидом. Не забывая при этом менять нить. Вот серая наша нитка. Переходим на серую. Подтягиваем. Итак, вяжем до конца, при этом меняя нить.